После утра ты, блин, сплошные. А дома-то как было? Придешь вечером, а баба домашнего на стол горячего. Опять спрашивают, артефакты, бабло, есть? Ну, то ты не выйдешь.
вот же дрянь! Мать вашу, нечистое тут дело! Может, тварь какая-нибудь поблизости мозги людям полощет? Гляди в оба, друган! Мы тут совсем одни. Никто не поможет. Чертовщина какая-то. Жутко. Нехорошее здесь место. Выживем. Ноги наши здесь не будет. Выживем. Надеюсь, выживем.
Садись, сталкер. Посидим. Поболтаем. Мужик, ты чё задумал? А ну слезай оттуда нахер! Эх. Ну-ка, сейчас попробуем новый инструмент. Совсем другое.
Хорошо звучит чертовка. Так, а если попробовать сыграть эту?
так. Работаем тихо. Сначала вырубаем часового, потом спокойно режем остальных и забираем хабар. Все понял? Ну, тогда поперли. Thank you.
Как дела, охотничек? Давай, свидимся еще.
Хорошо пробежался, шустряк. Значит так, слушай меня внимательно. Отдаешь артефакт и можешь проваливать на все четыре стороны. Ты нам в жопу не вперся. Молчишь? Тебе же дороже. Я тебя предупреждал.
не твоя развалюха, что ли? Осталкивайся. Столкнулись с подземельем агронома, кровосос и контролер. Кровосос. Ну ты меня и напугал, чудовище. Контролер, ты на себя посмотри. Тоже мне принц прекрасный. А все-таки накоплю я на свой. Бля, свет. И не радиации тебе, не твари. Что ты меня слышишь, сталкер? Не заставляй нас бегать за тобой по всей зоне. Поверь, мы тебя все равно достанем и получим то, что хотим. Ты нас видел в деле. Прекрасно знаешь, на что способны. Это ж ты был тогда со сталкерами на кордоне. Так уж и быть. Прощу тебе смерть моих людей, но только если отдашь артефакт. Потом можешь спокойно гулять, не тронем. Ты что? Не веришь мне, топорик? Ладно, я тебя понял. Thank you.
Прием, Юрок. Ты здесь? На связи, Топор. Что хотел? Мне нужна твоя помощь. Нужно срочно выбраться за периметр. В деревню зайти не могу. За мной может быть слежка. Встретимся с тобой в том месте, где прятались два баклана с моим хабаром. Помнишь? Да, помню. Принял, Топор. Буду ждать. Наделал, а? Убил своего друга. Да-да, ты, упертый баран, это сделал. Отдал бы нам то, что мы хотим, и все. Но нет. Впрочем, куда ты теперь денешься? Ладно, линяй отсюда. Но если соврешь, нянчиться с тобой я уже не буду.
Я глубоко убежден, что кровососов стоит относиться к псионикам. Только так можно объяснить их невидимость. Они просто внушаются своим жертвам. Вы меня, конечно, извините, но это полный бред. Доклады профессора Сахарова предельно ясно гласят. Кровососы выделяют особенную слизь, которая делает их невидимками. Они ж проводили вскрытие. Да-да. И в этом же докладе профессор назвал эту особь тупиковой веткой эволюции и генетическим мусором. Не особо-то я и доверяю этим древним исследованиям. Уже давно пора провести повторные опыты, чтобы раз и навсегда прояснить данный вопрос. Вот бы притащить в комплекс живого кровососа, тогда бы мы точно смогли все о нем узнать. Сомневаюсь, что начальство... Да вы заткнетесь сегодня. Башка от вас уже трещит. Да что ты на них орешь? Пусть болтают. А то опять будут жаловаться, что мы им грубим и мешаем работать. Пусть болтает у себя в кабинете. Зона тишину любит. Будешь болтать, так точно какой-нибудь кровосос вылезет. Зайди ко мне, как вернешься. Есть разговор. Удачи вам, парни. Вся надежда на вас.
Есть что-то на продажу? Приятно иметь дело с честным сталкером. Девяносто три, девяносто четыре, девяносто пять. Ну давай, давай шустрее. Наелся тушенки, еле двигаешься. Если бы ты еще помалкивал, было бы проще. О, командир, здорово. Честным людям мое почтение. Легкой дороги. Thank you.
Ну, приходим мы на место, а эти ботаники встали, как вкопанные, и говорят: давайте вы первые разведайте тут все, а потом мы уже оборудование свое расставим. Ну, я и говорю: мы вас до постройки довели, а дальше сами. Не наша забота. Сами туда и лезьте. Не, ну а что, я не прав, что ли? Ну, а ученый ляпнул: кто в здание войдет, гарантирую прибавку. Алифан как это услышал, автомат за спину и полез. Я говорю: стой, дурак, болт хоть кинь. Он уже одной ногой там был. Но болты достал, раскидал по сторонам. Вроде все чисто было. Я еще у себя в голове прокрутил. Типа: во, я дурак, сейчас бы прибавку получил. Хоть семье бы что отправил. И тут бац! Мужики, давайте потише там, а? Ну, короче, залез он туда, поворачивается к нам, говорит: все нормально, можете заходить. Ученые только шаг делают, а Алифан на глазах рассыпается на кости. Мы хватаем ученых и назад. Говорю: идите вы в жопу. Если хотите, оставайтесь, а мы валим. И вот черт ее знает, что это там такое было. Вроде как ботаник говорил, временная аномалия. Зайдешь в такую, вмиг постареешь. А в том здании так и валяется теперь броня, кости и ствол этого вояки. Да уж. А еще слышали? Идем мы как-то с научниками об дорогу на свалке. Все, мужики, мы на месте. Предлагаю тут и обосновать временный лагерь. Здесь высоко, хорошо просматривается вся местность. Скай, останешься с пилотом. Пока нас не будет, подготовьте мобильный штаб. Надеюсь, ты сможешь подключиться к спутнику. Чтобы мы были в курсе всего происходящего на этой территории. Остальные двигаемся вместе к мобильному бункеру. Будьте начеку. Погнали. Соединение со спутником, но это дохлое дело. Поэтому связь только по рации. Вероятно, по этой же причине до базы не доходили сигналы от выживших. Если они были, конечно. Я запустил дрон, он будет сканировать местность на предмет движения и аномальной активности. Картинку с него получить не удается, какие-то сильные помехи. Что-то здесь явно глушит сигнал. Датчики показывают, что пока все спокойно. Если что-то изменится, сообщу. Конец связи.
Попробую разобраться с дверью. Мы пока осмотрим двор. Да уж, не сладко им тут, видимо, пришлось. Вряд ли кто-то мог уцелеть после такого. А вот и первый 200-й ученый. И что его могло так разорвать?
Кляки! Мочи! Ну вот, дверь с петель. Можно и заходить. Ну, что в бункере творится?
Командир, я сейчас наблюдаю за окрестностями, и кажется, что я что-то видел. Что-то странное. Командир, не отставай! Сейчас расставлю нужное оборудование. Ты пока это, гляди в оба. Идите, я справлюсь сам. За меня не волнуйтесь.